Русские в Боливии, Москва и Сукре создадут Центр ядерных исследований и технологий. В нем будет многоцелевая экспериментальная гамма-установка. Реактор для ядерного центра разрабатывает российский институт. Подписи под документом поставили министр углеводородов и энергетики Боливии и генеральный директор Росатома Сергей Кириенко. Мы используем весь наш опыт, все наши знания для того, чтобы создать здесь, в Эль-Альто, самый лучший, самый современный центр ядерных исследований в Латинской Америке и в мире. Боливия выделит на проект центра ядерных исследований 300 миллионов долларов.